На хорошей скорости вошли в зону Северстали сейчас хоккеисты Амура. Здесь хорошо помог своим защитникам Вадим Тарасов. Но атака продолжается. Еще бросок и гол. Это Врана забрасывает шайбу в ворота Северстали. А лучший бомбардир Амура тоже отличился в сегодняшней встрече. Так же, как и в матче первом в Хабаровске между этими командами. Не будем забывать, что и противостояние лучших бомбардиров сегодня тоже идет. Петр Жалик, Мэнпя, Врана против Шипачева и Чудинова. Но пока противостояние лидеров ничья 1-1 становится. Но в матче 3-1 Северсталь